К усиленному режиму на станции переливания готовились еще с марта месяца. Главная задача – не допустить проникновения коронавирусной инфекции в учреждение. У нас очень большая школа. Все как-то позабыли о том, что в свое время станция переливания проходила эпидемию и H1N1, и птичьего гриппа так называемого. Мы стали переходить с марта месяца на работу с постоянным контингентом, то есть это постоянные кадровые доноры, коих у нас в базе по Брянской области более 50 тысяч значится, выводя потихоньку из оборота и на сегодняшний день полностью не присутствуют так называемые первичные доноры. То есть люди, которых мы не можем в соответствии с нашей базой проследить. Работа, пусть и в скорректированном режиме, но идет. Выполняется заготовка крови и компонентов с таким расчетом, чтобы хватало и региональным лечебным учреждениям, и получателям в Москве. По этой же схеме работают и мобильные комплексы. Если, допустим, муниципальное образование, приехал мобильный комплекс, и вы его случайно увидели, вы не сможете прийти и сдать кровь. Потому что точно так же, опираясь на нашу базу, к этому дню был определен круг доноров. С ними были созвонились, проговорили. Идет предметный забор. Не все желающие, не какие-то массовые акции, а конкретно целевая заготовка. На станции переливания крови работают 142 человека. Все они в строю, кроме контингента 65+, которые по распоряжению губернатора Брянской области Александра Богомаза отправлены на самоизоляцию. В настоящий момент на станции нет ни одного случая заражения коронавирусом. Хочется сказать им большое спасибо, кто относится со всем пониманием к нашему уровню работы. Хочется им пожелать только одного – это крепкого здоровья. Ну а все остальное, я думаю, что мы переживем, как всегда. Даже несмотря на сложную обстановку, потенциальная донорская активность в регионе все равно выше, чем потребность. Возможно, благодаря тому, что в нашем регионе так много неравнодушных людей, кризисные моменты станции переливания крови проходят достаточно спокойно.